Друзья, всем громадный привет! Слушайте, ну что у нас творится, наконец-то! Я понимаю, что это не какие-нибудь там громадные сугробы. У нас выпал первый снег, то за красота! Вообще, я кайфую! Вот, еду, а куда я поехал и что я купил и приобрел, вы даже не догадаетесь, а может догадаетесь. Я говорил уже у себя на канале, что я ищу мастерскую. Да-да, вы, наверное, уже мысли опережаете, уже кто-то, наверное, понял. Наше прекрасное водохранилище. А? Красота. Вообще бомба, а? Погода, детки там уже играются, резвятся, вон, снежки. Народ кайфует. А когда еще так покайфует? Ребят, у нас зима, это равносильно тому, что в пустыне снег там выпадет. Я не знаю, и то, наверное, в пустыне быстрее снег выпадет, нежели у нас. Поэтому все очень рады, безумно, прям сразу почувствовалось. Новогодние праздники, елка, подарки, мандарины. Так, сейчас ворота. Тюк-тюк-тюк-тюк-тюк-тюк-тюк. Вроде небольшой снег, но на трассе надо быть аккуратно. Как на санках. А? Молодцы. Чувствую, сегодня, наверное, мы возьмемся за лопату и пойдем убирать снег, потому что он не прекращается, и это хорошо. Так, я заехал. Сейчас я вам закажу, что я приобрел. В общем, на Авито вчера вылетело объявление. Вот. Ну, я посмотрел, вроде ничего, и сразу говорю, все, ребят, договорился о цене и поехал, забрал. Ворота. Закрываем. Все, работает. Единственное, да, у них чуть-чуть проблема, привода, ну, нормальные, но если вот здесь обналедение происходит, им нужно немножечко помогать. Бывает, они стопорятся. Вот, а так работает, ребят. Не знаю. Ну, у нас морозов, я же говорю, таких сильных нет. Так, ладно, морозы, это понятно, это хорошо. То есть, здорово. И у нас атари-та-та, атарушечки. А? Смотрите, что за нереальный монстр вообще. ГОСТ. Это да, советские тиски, вы не представляете. Надо мне их достать как-то. Они весят, я не знаю, килограмм 30, наверное. Нереально. То, что надо, то, что надо. Так, сейчас, как бы мне их взять. Опа. Короче, они сейчас 1978 год, ребятки, представляете? А? Смотрите, что я урвал вообще. Вот это нормальные тиски. Единственное, здесь одного болта нет. Вот. Но это не страшно, мы болт найдем. Самое главное, что они целые, нигде не треснуты, не лопнуты. Вот, и это настоящие советские тиски, настоящее железо. Не то, что сейчас фигня какая-то полная. Я ничего не говорю, сейчас есть очень хороший товар, но я смотрю, с таким металлом уже не выпускают. Может быть, выпускают, но они, наверное, будут стоить конских денег. А в основном металл идет какой-то там, я не знаю, как будто чугун, знаете, чуть-чуть пережал, ударил, и тиски просто разлетелись. А эти тиски как и наковальня служили, знаете, да, на них били, и им абсолютно ничего не будет. Ну и вопрос цены, ребята, 5000 рублей всего лишь. Вот, их почистить, обновить, покрасить, смазать, и они будут работать как часики. Есть ушки, видите, для крепления, все, все четенько, все четко, а? Вообще, а? Сегодня вообще праздник. Сегодня двойной праздник. Так, и снег пошел. Слушайте, это вообще... Ничего себе не весит. Я вам скажу, они больше 30 килограмм весят. Потому что мешок 30-килограммовый, он легче. А они... Они, я вам скажу, весят. Даже если по металлу посчитать... Не, по металлу много не выйдет. Сколько? Ну, 1000 рублей пускай, да? Вот. А это тиски, вы что? Это легенда. О, ё-моё. Их надо двумя руками нести. Я серьезно. Ё-моё, моя спина будет мне неблагодарна. Стоять. Сейчас мы. Ну-ка. Фу. А? Красавцы. Фух. О, красавцы. Смотрите, ну здесь с ними можно работать теперь. Одно удовольствие. Все, не рабочие, я же говорю. Надо только этот чуть-чуть смазать. Отреставрировать мы этим займемся. Выкрутим полностью. Нормально. Смажем, покрасим.
хорошей краской. И все, красота вообще, железо просто нереальное, не знаю. У кого есть такие, напишите обязательно. Я считаю, для 5000 рублей это вообще ходка. Вот и 15 просит, и 20. Я среднюю цену посмотрел, человеку предложил. Человек сказал, приезжай, забирай. Вот, но я долго не раздумывая поехал, забрал. Тем более, помните, я вам говорил, что я ищу вот эти советские тиски, кто бы продавал. Они продаются, но просто в ту сторону я как бы не ехал. А здесь раз, и все, вообще круто. Ай, тари-та-та. А, еще снег пошел. А. Красота. Вообще, а. Тема. Красота вообще. Сегодня не день, а праздник какой-то, а. Желаю, чтобы у каждого вот так день начинался с хороших, приятных, положительных эмоций. Вот вам крепкого здоровья, хорошего настроения. Погнали с нами, мы вам все расскажем. Покажем, чем мы там занимаемся, что мы делаем. Прораб, ты меня слышишь? Прораб. Варян. Варян, чего там вчера? Кайфанули, добро? А? Караоке нормально затусили? Варян. Варяныч все уже, работать не хочет. Так, что у нас, что у нас? А у нас вот такой класс. Блин, все-таки без плинтусов. Шикарно смотрится вообще, когда их нет. Хотя и с плинтусами тоже вполне достойно смотрится, да? Здесь у нас классика с ретро, да, встречается. Два ряда мы добавили снизу. Все вот так, четко, все хорошо. За краску спросили. Да, это моющаяся краска, запросто ее можете мыть, данные кирпичики наносить. Но берите хорошие, ребят, берите хорошие, не экономьте на этом. Выключатели. С этой стороны вот так это все смотрится. Вот, и у нас здесь уже
такая вот стена одна единая получилась. Все мы забабахали, по углам прошлись еще жидкими гвоздями, все щели мы убрали, на стыках тоже мы кое-где мы добавили, соответственно, плинтуса прошлись по круговой, чтобы у нас где примыкание нашего потолочного плинтуса тоже не было никаких щелей, ни намеков. Все вот так выглядит. Насчет плинтуса напольного, если поставить шкафы, он не плотно будет к стене, но если честно, здесь шкафы нам вообще, ну, по крайней мере, мне вообще не нравится, что они здесь будут стоять. Хоть и они, может, возможно, будут смотреться очень хорошо, но глядя сейчас на этот просторный коридор, честно, не хочется его ничем заполнять. Глядя вот на вот эту красоту, как здесь все уютно, светло, прекрасно, классно, обалденно. Вот, поэтому я решил, плинтуса мы монтируем, клеим также на жидкие гвозди. Вот. А потом в дальнейшем, наверное, отсюда ваш шкафы мы уберем и поставим сюда что-нибудь интересное, там, или картину какую-нибудь повесим. В общем, обыграем это. Комод там цветы. Комоде какой-нибудь, да, цветочки, как зону эту украсить. Поэтому торцы на плинтусах, как вы видите, они открыты. Они открыты, и я еще с ними пока ничего не делал, не знаю. Потом, может быть, подшпаклею, либо чем-нибудь забахаю и это все закрашу делом. Закрою. Пока вот так, это все в открытом, таком некрасивом виде. Вот, что придумаю, потом вам сообщу. Дам вам знать. Вот, а так все, коридор у нас завершен. Единственное, чуть-чуть осталось. Я коты, наверное, у многих такие же. Бурян. Бурёсик. Как он себя моет, да? А что тебе мыть-то? Ты все равно на улицу вообще не выходишь. Да, дочь? Да, дочь. Поэтому продолжение лей пойдет вот сюда. Мы уже сказали, мы их докупим, их чуть не хватило. И вот здесь как бы в качестве обрамления они также пойдут. Ну, потом уже увидите, да, это завершенный вариант. Сначала, наверное, промыть все полы, чтобы ты сюда собрал, да, уже? Да, ну я там салфетками так протирал, ну, надо будет, наверное, пройтись. Нет, я сейчас пройдусь. Да, Дарьян? Ну все, погнали. Да.
Ну так мужчины наливают, тяп-ляп, разлили, ничего страшного, ну бывает. Такие мы маленькие поросята, любим мы быть немножечко грязными, чтобы о нас позаботились наши прекрасные женщины. Когда у них есть чудесное средство под рукой, пятноводитель, карандаш, бренд фри, то любое пятно, как говорится, по плечу. Сегодня мы хотим немножечко сделать опровержение. Бывает такое, знаете, в сторону блогеров есть мнение: ой, а вы, наверное, там где-то постирали, там что-то добавили и все там. Вы же все знаете, вот можете там сделать. Поэтому сегодня напрямую мы прям докажем, что он реально очищает, он реально выводит пятна. Потому что на самом деле классная вещь, ребята, очень удобная. Выводит пятна. У нас самая большая проблема — это с темными футболками. Он постоянно со школы приходит. Ну, пацан любит учиться. Когда начинает писать, он немножечко не может остановиться и начинает там писать не только в тетради, но и на партах, на лице одноклассника. Не, на самом деле, часто приходят у него футболки, да у многих, наверное, так в пасти, в пасти. Сами он... чистые, то есть не нужно их стирать, а вот именно в пасти. Да, и поэтому сразу быстренько берем данный карандаш, работает очень просто, берем стакан воды, тоже у нас имеется температура, его должна быть в пределах 50-60 градусов, все очень просто, берете карандашик, если у вас он новый, здесь имеются очень удобные вот такие наклеечки, убираете. Карандаш ваш оголяется, и вы берете его, окунаете в вашу емкость с водой. Сегодня вот Леруськина, Бубуськи нашей футболочка. Ребята, смотрите, здесь очень сильно тонкая ткань. Ребята, рекомендую просто взять полотенчик, вот так постелить, и потом вот так сделать. Ну и, соответственно, если у вас неустойчивая ткань с красителями, соответственно, с краской, да, то предварительно нужно это все дело проверить где-нибудь, знаете, аккуратненько, потому что если вдруг краска, ну... Да, слезет. Да. Поэтому все, карандашик окунаете, мочим. Сюда тоже водичкой можно добавить. Вот так, обильно. Да, ничего страшного. Все. Вуаля, красота. Вот, и мы сейчас вам закажем, как это все работает. Потом все это дело, ребята, можно обильно промыть водой, либо постирать с вашими вещами. Все, проблем никаких нету. Да. Нанесите пятновыводитель, оставьте минут на 20. Потом можете повторить еще раз, если прям уж... Очень ну, как вы видите, уже пятнышко уходит. Уже пятнышко уходит, с ручкой он запросто справился на темной футболке. Вы видели, все прекрасно получилось. Вот, трем до пенки. Ребят, удаляет кофе, пасту, загрязнение на мебели. Кстати, в машине постоянно там ножками чирхаем. Запросто, запросто. Вот в машине прям будет классно на самом деле справляться с загрязнениями. Да, также зеленка, следы, сразу раз и все, ребят, ну вот смотрите, ну что. Кстати, мужчина, он еще убирает следы помады, если не знаю. Серьезно? Вообще, зачем я это сказал? Поэтому, дорогие женщины, смело оставляйте своих мужчин, им детей, сами езжайте куда-нибудь там в Куршавель, в горы, отдохните от души. А мужики ваши по-любому справятся с вашими маленькими поросятами. Где у нас? Вот здесь у нас было пятнышко. Да, да, да. Вот. Пожалуйста, для более еще супер эффекта можно закинуть в стиральную машину, но уже есть эффект, как-то видите. Он справляется, и, кстати, запросто он справляется, если у вас с подошвой тоже какие-то определенные загрязнения, берете. Всю ту же самую процедуру повторяете, и все, ваш дом будет чистый, дети тоже, мужья будут незамеченные. Что я сказал? Чувствую, сейчас у меня будут большие разборки. Поэтому, друзья, все, я убегаю, тут уже много чего наговорил. Единственное, скажу, где приобрести вот это прекрасное чудо-чудное. Купить можно на нашем любимом маркетплейсе Валберс. Ссылку оставим в описании под видео. Еще отличие между IKEA и данными шкафами, там мы покупали в Хоффе. Ну, знаете, Хофф — это такой гипермаркет мебели, где очень много поставщиков собрано. Я вам скажу, вот сами каркас самих шкафов как бы прям очень даже приближенно к IKEA прям. По конструкции, по сборке один в один почти как IKEA, да? Есть свои плюсы, есть свои минусы. Ну, минус — покраска, в принципе, ну, нормально, но IKEA круче покраска. А по материалу, в принципе, нормально. По фурнитуре, я вам скажу, нормально, прям фурнитура хорошая. Единственное, здесь, что у нас еще, минус, это вообще меня
Не колбасит-то, блин. Ну зачем? Зачем? Ну скажите мне, пожалуйста, зачем клеить вот эти наклейки? Ну это что такое вообще? Чё это за фигня? Ну нафига вы на фасады клеите вот эту фигню вообще? Нафиг она нужна? Это не... Раз, два, три, четыре. Зачем это делать? Ну на одно место себе наклейте. Ну зачем? Это же мебель. Зачем клеить наклейки? Я не понимаю, ребят, честно. Вот. Ну да ладно, смотрите, сколько понаклеили. То же самое где? Те же регулирующие у нас ножки, которые регулируют в IKEA, заглушечки. Единственное, у IKEA, по-моему, если я не ошибаюсь, вот здесь нету винта дополнительного, который стягивает вот эту плашку, служит в качестве усилия, да, наших ножек. Вот. В IKEA, по-моему, такого нету вообще. В IKEA просто собирается на чопики деревянные, там вставляются пазы. Здесь есть это, здесь прям, ну, понадежнее будет. Минус какой здесь, вот смотрите, у IKEA какой плюс? У IKEA, где винты регулируют, да, наши ножки, вот они регулируются. Здесь такая заглушка пластиковая, и все, она не видно. Здесь наклеечки идут в комплекте, вот наклейки клеят. Ну минус какой, если вам нужно будет потом переставить шкаф, опять отрегулировать, вы будете отрывать наклейку, вы ее повредите, опять ее заклеивать, она уже, наверное, не будет такая клейкая. Ну, это опять же не придиры какие-то, знаете. Вот, ну просто сравнивал, да, в плане, потому что это аналог IKEA. Шкафы, как они называются? Оскар. Оскар, да, у IKEA комплимент, по-моему, называется, серия гардеробных. Но сразу я вам хочу сказать, что двери сюда не подойдут, вот такие, потому что у IKEA своя фурнитура, своя посадка под фурнитуру, под петли, под двери. Ну, двери уже, по-моему, открывали, смотрели, двери, ну... Послабже тоже. Фасады не так крашеные, как IKEA. А так в целом, хотя это, по-моему, тоже не дешево, да, стоит? Это дороже, чем IKEA. Это даже дороже, да, чем IKEA. Ну, пока еще не дотягивает. А должно отдать спасибо фурнитуре, как они ее в пакетик все положили. Вроде все на одном месте. Была инструкция. Вот она, да, книжка. Ну, просто пару скоб лень было сделать, чтобы человек не вот так это все по одному листику, да, смотрел куда что, а как книжечку листал. В IKEA как книжечка была. Вот в IKEA открывается аккуратненько, все. Ну, кстати, в упаковке, в принципе, неплохо они упаковали ее. Но опять же, есть, да, свои вот, ребят, ну, есть же куда стремиться, делайте лучше, прикольнее. Мы же только за. Люди же любят покупать хороший товар, да, мы его ждем. Ну, не знаю, почему так происходит. Вот. Но опять же хочу сказать, ну, я так скажу, четверочка. Если мы сравниваем с IKEA, четверочка, это на четверочку. Но двери еще сильно я там прям не видел. Посмотрим, как по сборке сейчас будет внутренних полочек, выдвижных ящиков, установки самих дверей. Вот пока по тому каркасу, да, что мы собрали, проблем нету. Мы будем здесь его сшивать вместе. Есть, кстати, монтажные болты, которые сшивают наши два шкафа, напоминаю, это шкаф у нас метровый, метр и 50 сантиметров. Глубина у нас, по-моему, 40. Мы сейчас с Натальей были в панике, вообще в конкретной. У них на коробках, как написано, глубина, ширина, показывает, что глубина 60, по-моему. Да, большой. А куда 60? Это еще 20-ка. Мы думаем, ё-моё, нам сейчас скажут, вы что, с ума сошли? Ну, сюда пока нормально. Раскрыли, посмотрели то, что мы вроде хотели, заказали, сюда и пришло. Но, ребят, вроде как-то, ну, не сильно и замограждает, да, согласитесь? 50-ку мы, ой, да, 50-ку решили с края поставить, потому что она будет меньше открываться, здесь будет больше полочек, что-нибудь такое для хранения. Может быть, нужно будет немножечко отодвинуть, с учетом того, что дверь должна открываться, должен быть зазор между стеной и дверью, чтобы она могла открыться, и чтобы ящик выдвижной должен был выехать. Да? Ну а так, при открытой двери Тёмкиной, да, в принципе, здесь запасом дверь открывается, не так, что постоянно будут какие-то удары. Да? К примеру, Тёмыч идет, да, вот, раз распахнул, запросто, да? Да. Можно поставить ограничитель на всякий, если там что прям, ну... Ручка, чтобы не бить. Ручкой, да, не бить эти, можно поставить ограничитель. Да я не за то, чтобы, ребят, я за нашего производителя. Я за то, чтобы ребята научились делать классную, кайфную мебель. И чтобы она была доступная вам. Не так, чтобы кухня стоила там 500-600 тысяч, извините, пожалуйста. А чтобы была доступная, с хороших материалов, но не сказать прям вау материалов. Ну, все равно, да? И поверьте, мы только рады, мы за то, чтобы у нас здесь... В
России сами ребята производили. Я за это. Почему говорю за IKEA? Да все очень просто. IKEA вот она такая обычная, простая, легкая и понятная. Все. Вот. Не надо ничего выдумывать, понимаете? А, ну и здесь гвозди попадались без шляпок. 3 или 4 гвоздя, которые сзади мы заколачиваем. Ничего не говорю, ребят, но представьте, сколько мебели мы собрали с IKEA. Это вот всю гардеробную, кухню. Вот сзади все забивали, да? Утемки. Ни разу мне такого не попалось, что не хватало какого-то болтика в IKEA. И гвозди все были идеальны. Не было такого, чтобы там где-то... Я это сейчас не придирю, вообще говорю. Это значит, что производство налажено, есть контроль, все классно. Качество есть, все замечательно. Я только за это. Я буду, конечно же, только рвать и метать, если у нас ребята будут делать вот такой классный аналог даже IKEA мебель. Я ее буду просто бесплатно даже рекламировать и говорить. Как и за IKEA, говорю, сколько раз, да, молодцы, круто. Я только за это, мои дорогие. Поэтому вот так у нас получается. Будем дозаполнять. Наверное, это уже увидите. Сейчас мы комнату будем расплавлять. Надо думать, куда это все убирать. Потому что караул, что творится там. В гостиной инструмента полно. Вот, все выносить. Ну, а места, я тебе скажу, прям достаточно. Нет, достаточно. Хорошо. Визуально, может быть, вам кажется, что мало. Но здесь метр даже больше. Больше тут, ну, я же говорю, свободненько. Здесь хватает. Или русский на пол, вот дверь. Будет открывать и решать, да? Она будет прям на все открываться полностью. Вот. Проблем абсолютно никаких нет. В общем, все увидите, все узнаете. Рад был вас видеть. Спасибо, что были у нас. Вам всего самого хорошего, крепкого здоровья. Кому не здоровится, конечно же, поскорейшего выздоровления. Скоро с вами обязательно увидимся. Всем счастливо, всем пока и берегите себя. I've been saying many things that are hurtful. Your tear-shed eyes, your fragile mind. 'Cause I'll be dancing on my own tonight. I remember when we used to lay on the grass and watch the sun go away. But now you're gone, I let you pass by. I know I've said so many things that hurtful. I was wrong, the words I spoke. I've been saying many things that hurtful.